Эдуард Аркадьевич Асадов. Песня «Тост». 1960 год. Читает Лев Литвинов. Парень живет на шестом этаже. Парень с работы вернулся уже. Курит и книгу листает. А на четвертом девчонка живет. Моет окошко и песни поет. Все понежнее выбирает. Но парень один, это парень и все. Девчонка одна, девчонка и все. Обычные, неокрыленные. А стоит им встретиться, счастье в глазах. А вместе они, это радость и страх. А вместе они, влюбленные. Влюбленный, ни слова, фанфарный сигнал. Весеннего счастья воззвание. Поднимем же в праздник свой первый бокал за это красивое звание. Месяцы пестрой цепочкой бегут, птицы поют и метели метут, а встречи все так же сердечны. Но как невысок душевный накал, какие слова бы он ей ни шептал, влюбленный, ведь это не вечно. Влюбленный — это влюбленный, и все. Подруга его — подруга, и все. Немало влюбленных в округе. Когда же влюбленная рядом всегда, когда пополам и успех, и беда, то это уже супруги. Супруги тут все, и влюбленность, и пыл, и зрелость, и радость познания. Мой тост за супругов, за тех, кто вступил навек в это славное звание. Время идет, и супруги, любя, тихо живут в основном для себя. Но вроде не те уже взоры, ведь жить для себя — это годы терять. Жить для себя пустоцветами стать, все чаще вступая в раздоры. Муж — это муж, и не больше того. Жена есть жена, и не больше того. Не больше того и не краше. Но вдруг с появлением смешного птенца они превращаются в мать и отца, в добрых родителей наших. И тост наш за свет и тепло их сердец, с улыбкой и словом признания, за звание мать и за звание отец, два самые высшие звания.